Я вышла в канал в Инстаграме. 20 идет хорошо, довольно тяжело, потому что сжатые сроки, но очень интересно. Актеры с разных стран, это Австралия, Америка, Англия, Казахстан, естественно. Там очень много каскадеров. Экшен, когда работаешь на площадке, очень интересно, потому что взаимодействие людей, актеров с разных стран, это всегда интересно. Очень важна наша команда, потому что она быстро реагирует. Буквально вот вчера не должны были снимать экшен, позвонил режиссер, говорит, пожалуйста, сделать сегодня экшен, потому что мы у нас перестановка кадра была. Поэтому быстро прибежали с тренировок и сделали хороший экшен, и режиссеру очень благодарен. Класс, так романтично. Такое очень нравится.